Всех приветствую, мои дорогие! Сегодня мы с вами готовим куриные рулетики. Они вкусны как в горячем, так и в холодном виде. Такие рулеты можно подать на любой праздничный стол. Такие рулетики уходят со стола в первую очередь. Они очень нежные и сочные. Приготовьте обязательно. Куриное филе хорошо промыла, просушила бумажным полотенцем. Разрезаем. Нужно мясо отбить. Отбиваем с другой стороны. В растительное масло добавляем соль и приправу для курицы. С двух сторон хорошо промазываем. Так хорошо можно рукой помять. Свернуть в рулетики и оставить на столе минут на 20. А в это время подготовим начинку. Сыр натираем на крупную терку. В сметану добавляем чеснок через чеснокодавку. Можно добавить любую приправу. Я добавляю приправу для курицы. Смазываем сметаной. Сверху присыпаем зеленью, я укроп мелко нарезала. Обильно присыпаем сыром. И вот так вот тонко нарезанный сладкий перец. Можно заменить на помидоры. И сворачиваем плотно-плотно в рулет. Форму смазала растительным маслом, дно и стенки швом вниз рулетики. И ставим в разогретую духовку до 220 градусов на средний уровень. Прошло 25 минут, достаем с духовки, сверху смазываем сметаной и можно присыпать сыром. И ставим в духовку еще на минут 5. Рулетики готовы, они вкусны как в холодном, так и в горячем виде. Если вам рецепт понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, мне очень будет приятно. Всем пока-пока!